Сегодня в программе «Дорожные войны». Баба с возу. Пассажирка пыталась на полном ходу покинуть легковушку беглеца. Столкновение с грузовиком. Подвыпившая хозяйка автомобиля пыталась пешком уйти с места ДТП. Дружка, постойте, здесь ДТП произошло. Нужно дождаться инспектора. Русская драма. Женщина врезалась в здание театра. Я не справилась с управлением, у меня отказалось тормозить. Самые интересные истории смотрите в «Дорожных войнах». Давайте уже используйте оружие. Передавать. В Сыктывкаре водитель «Лады» устроил лихие гонки с полицейскими. Легковушку приметили еще около ночного клуба. Автоинспекторы хотели проверить документы водителя. Водитель «Приоры» 794, право прижаться, остановиться. Автовладелец попытался скрыться от полиции. На перекрестке и сигналы светофоров он просто не обращал внимания. Неожиданно из машины попыталась выпрыгнуть испуганная девушка. Но водитель прибавил скорость, и ей пришлось остаться. Автоинспекторы несколько раз перекрывали нарушителю дорогу. Но он каждый раз находил лазейку и объезжал полицейских. Пошли вверх, ничего, в сторону нижнего, ничего. Девушка не оставляла попыток выпрыгнуть из машины. Однако страх разбиться удерживал ее. Девушка так и не решалась выйти в открытую дверь. Полицейские преследовали лихача по пятам. Злоумышленник неожиданно пошел на таран. Пошел, пошел, пошел! Марк, ты пошел за ним! Води! Такого поворота событий никто не ожидал. Водитель будто обезумел. Он ударил полицейскую машину и сбил автоинспектора. Затем набрал скорость и продолжил уходить от погони. Взял военного сотрудника и также ДТП с патрульной. Поехали в сторону Верхнего Чёла. Давай, водитель. Полиция перекрыла шоссе. Однако беглец словно узнал, что едет в ловушку, и свернул на проселочную дорогу. Можно представить, какой ужас испытывала его подруга. Но это еще не все, чего натерпелась пассажирка. Лихач потерял управление, и автомобиль опрокинулся в кювет. Опа, давай, к водиле, быстро! Быстро к водиле! Молодой человек пообещал, что за руль сядет только тогда, когда ему отдадут права. Судя по предыдущим конфликтам с автоинспекцией, это его коронная отговорка. Алма-Ата, Казахстан. Дождь и опавшая листва сделали проезжую часть похожей на каток. И вот на повороте автомобиль боком уносит с дороги в бетонный забор. В заборе осталась пробоина, а сам автомобиль разбит. Оказывается, за рулем была девушка. К счастью, она серьезно не пострадала. Однако узнала, что ехать по опавшей листве все равно, что попасть в лужу с маслом.
Да тянись! Сука такая, давай тянись! Так можно же заднюю открыть? Нет, заднюю не открывается, понимаете? У тебя что-нибудь открывается в твоей машине вообще? Нет. У пьяной автомобилистки по имени Лидия выдался весьма неудачный вечер. Девушка врезалась на своей легковушке в припаркованный КамАЗ, а когда попыталась выбраться наружу, у машины заклинило двери. Лидия так расстроилась, что решила бросить машину и уйти с места ДТП пешком. Однако ее вовремя остановили очевидцы. Девушка, постойте, здесь ДТП произошло, нужно дождаться инспекторов. Девушка вернулась к легковушке и снова попыталась открыть дверь. В этот момент на место происшествия приехали автоинспекторы. Документы выделили. Не, все, в машине я не могу открыть. Что, закрыли машину-то, что ли? Да. Или она сама закрылась? Ну, я закрыла, не могу открыть. А где ключи-то? Там все. Лидия успела замерзнуть. Полицейские предложили ей согреться в патрульной машине. Там девушка рассказала о случившемся. Ехала из Героя Костина 3. Ну, со скоростью, наверное, километров 60-70 зацепила КамАЗ. Твой адрес писаешь? В принципе, все. Лидия с трудом выговаривала слова. Однако уверяла автоинспекторов, что не выпила ни грамма алкоголя. Ну, сами трезвые, как бы, состояние хорошее, удовлетворительное, да? Все нормально. Все документы девушки оказались закрыты в машине. С помощью полицейских Лидии удалось опустить стекло и пробраться в салон. Правда, для этого ей пришлось проявить небывалую гибкость. Просто открой. Да вы подождите. Все. Открыто? Все. Отлично. Ты можешь не вылезти-то отсюда, вот смотри. Да я оттуда. В итоге автомобилистка достала свои документы, а затем отправилась проходить тест на алкоголь. Как шарик. Долго-долго нужно. После медицинского освидетельствования Лидия надолго распрощалась со своими правами. Утешает лишь одно. Она не пострадала в аварии с грузовиком. Тамбов. На бензоколонке останавливается девушка и, не отрываясь от телефонного разговора, начинает заправлять машину. Она уходит на кассу. Через некоторое время возвращается и все так же, беседуя, садится за руль. О том, что из бака торчит шланг, девушка и не вспомнила. Похоже, эта автолюбительница не из тех, кто умеет совмещать два дела одновременно. Смотрите далее в программе «Дорожные войны». Самые обаятельные и привлекательные. Девушки устроили потасовку с активистами движения «Стоп-кам». Русская драма. Женщина врезалась в здание театра. Я не справилась с управлением, но мне отказали от тормозов. Пусть это будет всеобщая Америка. Не поддается логике. Неадекватная девушка не давала автоинспекторам покоя. А еще кто-нибудь с благодарным месту? Подойдите на задний план, а? Спорта. Что, ты дурной, что ли? Дебил. В Хабаровске вооруженный пистолетом дебошир открыл огонь по машине такси. Ему не понравилось, что таксист якобы не уступил дорогу его жене. Так а за что же он вас накинулся? Что вы попросили? Потому что место я, наверное, не уступил, задержал ее. Ну, я из-за нее не мог проехать, но для нее это не аргумент был. Она сказала мне, пофигу, выезжай как хочешь. Вот и все. Для нее же не аргумент. Водитель такси приехал за пассажиром. В этот момент из двора выезжала серая машина. Женщина за рулем решила, что таксист обязан уступить ей дорогу. Где на проезде? У меня сзади закрыто вход. Вот проезжая часть. Назад. Эти машины у нас всегда здесь проезжают. Женщина не двигалась с места. От требований пропустить ее она перешла к угрозам. Куда я отъеду? У тебя впереди ты стоишь. Он подъехал плотно к машинам, она выезжала. То есть ему не хватало места выехать. Он говорил, чтобы она отъехала чуть-чуть задом, чтобы он смог спокойно приехать вперед, да, и выехать задом.
После нескольких минут спора женщина все-таки отъехала назад. Обе машины медленно двигались по проулку. Правда, на выезде из двора за обиженную женщину вступился вооруженный муж. По машине ударил этим пистолетом. Ударил или выстрелил? Нет, сначала ударил, я боком стоял. Потом уже, когда я рванул, вслед стрельнул. К счастью, от выстрелов пострадала только машина. У «Тойоты» поврежден багажник. Стрелок с места происшествия скрылся. А таксист еще долго объяснял ситуацию полиции. Судя по всему, его пассажир в тот вечер так никуда и не уехал.